Я считаю, что у каждого человека есть моменты, когда нужно научиться держать удар. Всем привет, это я обращаюсь к коллегам-журналистам в Соединенных Штатах. Сейчас, в данный момент, мы находимся в Мексике и едем в Тихуану. Люди приехали из Украины, людям угрожает опасность, реальная опасность. Вот как раз Лариса и Оля. Лариса, расскажите, что вам угрожает и почему вы выбрали путь подачи на убежище на границе? То есть, да, что случилось в вашей стране? Я перешла дорогу одному человеку, который работает в МВД. Собирают на меня дело, могут меня в экстремизме. Меня избивали, когда я помогала собирать вещи беженцам. Меня избили, меня обвинили в сепаратизме. Когда я отказалась выполнить то, что они от меня потребовали, меня буквально через несколько дней пыталась сбить машина. Вы как думаете, что-то изменится в ближайшее время в вашей стране? Ничего у нас не изменится, у нас только может к лучшему измениться. Спасибо.